Всем привет, ребят! Ну что, очередной у нас такой интересный видосик. Появились у нас новые юниты в КБшке. Здесь я КБшку немножко фармил. Это немножко у нас не то. КБшка — это Королевская битва. То есть появились новые юниты, с которых можно получить новые талантики. Скажем так. Точнее, новые эмблемки. И это реально очень круто, особенно для без доната. То есть они пытаются нам, скажем так, обратно вернуть наше задротство. Опять, ну тут видите, тут нет, наше задротство в КБшке. Для без доната, я скажу, это реально очень круто. Это очень круто, потому что многие без донаты просто так не соберут рунки. Не знаю, с какого левела здесь будет оно появляться. Но очень интересно посмотреть, если у нас получится застать, потому что я здесь тоже не качаю. Возможно, застанем, возможно, нет. Попробуем во всяком случае. Ну и вы будете знать, что появились новые монстры в КБшке. Будете пробовать их застать. В принципе, они должны, я думаю, быть в зависимости от левела, в зависимости, скорее всего, от прокачки. Ну, сейчас посмотрим, как повезет. Я знаю, куда на английском мне надо бегать, чтобы сливать. О, есть. Вот он. Итак, смотрим. 160 уровня. И типа мессы здесь есть. Вот так они выглядят. В принципе, интересно. 14 ходов надо, нифига себе. Но отсюда можно будет получить топовые плюхи. Итак, смотрим. Ой, я что-то понадобавлял себе ходов. Зачем мне столько? Поехали. Герои с первыми эволюциями. Два стрелка. Ничего себе. Так, и вот этот мессо. А он жирный. А он реально жирный. А это его смотр так зафигачил. Нифига себе. Видели, как смотритель его зафигачил? Сразу же минус такой дал. Но больше никто. Вот. Первая сумка, две штуки. Отлично. Давайте посмотрим. Посмотрим. Вот. Вот какие отсюда можно получить плюхи. Открыть. Сразу же дают эмблему, ребят. И это реально очень круто. Хоть и первого уровня, но эта эмблема обалденная, исцеление, блин, ну, по сути, я думаю, что, ну, конечно, это надо долго будет задротствовать в этой локации, но можно будет словить здесь что-то годное. Поехали дальше, попробуем еще словить несколько, посмотреть другие плюхи. Это реально полезная вещь для без доната. Там многие будут говорить, вот это надо задротить. Но, ребят, во всех играх надо задротить. Но, блин, отсюда обалденные плюхи вам дают. И сразу дают эмблему. То есть не надо будет тратить кристаллы, что немаловажно. А точнее, вам же не надо. Вам на ковку надо. Так что кристаллы надо будет... О, ничего себе! Три Анубиса! Это прикольно. Сейчас посмотрим, что с него упадет. Лоб смотритель ударил. То есть его надо бить смотрителем. Ну, прикольненько. Конечно, могли бы они усилить их обалденно. Так, ну-ка, тут 200 дали. Да и неплохо дают кристалликов. Ну, так, относительно неплохо. Так, ну тут у нас то же самое. Должны быть еще другие.
попробуем словить. Ну, как видите, шанс выхода, в принципе, неплохой у них. То есть, есть шанс. Это не так, как с красными рунами. Нам, кстати, обещали, что и эти рунки на 9 скилл там улучшат шансы. Посмотрим. С магазином они уже нас обломали. Возможно, сейчас посмотрим. Может, что-то поменялось уже? Не, ничего не поменялось, короче. Но я считаю, это реально однозначно плюс. Да, надо будет немножко дольше, но зато будет шанс собрать. То есть, кто копил ходы, не зря, в принципе, копил, я имею в виду, без донатов. В магазине ничего не менялось. Магазин как-то, кстати, стал очень часто выскакивать. Ну давай, 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 я хочу еще одного словить. Хочется все-таки ж посмотреть. Ну я считаю, это реально плюс. То есть с того, что хотя бы хоть что-то сделали, знаете, в старой локации, но нового, скажем так, добавили хотя бы. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу и что бы вы хотели видеть в следующих. Вот я хотел бы, чтобы многие локации изменили хоть как-то. Вот отлично, смотрите еще один. Но тут опять же непонятно, сейчас попробуем его. Вот 2-3 героя, конечно, цепляют. Цепили бы хотя бы героев со второй эволюции и таких нормально прокачанных. Было бы, думаю, интересно на это посмотреть. Еще дали за убийство, тут ничего не поменялось. О, вот оно, утекание это. Блин, я, к сожалению, не посмотрел. Ну, сейчас, секунду, я посмотрю. А, тут дают в этих бег, утекание, гнев и раскол для архидемона. Это однозначно плюс. То есть два вида таких вот рун у нас есть. В принципе, отлично. Мы словили то, что нам надо было. Я считаю, это реально еще один плюс для бездоната с обновы. Пишите в комментах, что вы думаете. Посмотрим, что будет дальше, что еще откроют интересного, потому что гильдейский магазин нам обещали, но, к сожалению, я пока что его не наблюдаю. Возможно, его надо где-то построить, но думаю, это вряд ли.
То есть непонятно, каким образом это будет реализировано, либо когда это будет реализировано, либо это были просто обещания, либо кто-то подколол. Посмотрим. В любом случае, обнова такая, вроде и средненькая, но герой на PvP обалденнейший. Есть плюхи для бездона, неплохие изменения. Ну, как обычно, все сделано, остальное для доната, новые скины. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.